чтобы немножко познакомиться, давайте мы с вами в чарте нарисуем. Вот я из этого пойму, скажем так, что вы знаете в некоммерческом секторе, и пойму, обе кто-то из вас тоже кому-то оказывает помощь, чем-то занимается. А кто из вас так или иначе либо координирует волонтеров, либо участвует в волонтерских каких-то акциях? Так. Очень хорошо, спасибо. А что конкретно вы делаете? Кому вы помогаете? Так. Вот эти вот так вот будем рисовать. Так. Социальная помощь, да? Еще. Люди по школам, то есть правила дорожного движения. Так, как это можно обозвать прямо? Что это за проект? Ну, вообще, когда Украина была еще, то есть называлась ЮИ, то есть конкурс, юный инспектор движения, да. Сейчас она по-другому, то есть, связана с безопасностью дорожного движения. Ну, это некое образование, да? Ну, да. Образование. Просветительство. Ну, это сюда входит, да? Кто еще что-то делает, что не входит в эти два пункта? Команда Солёва входит в первую. Да. Потом еще как бы возили помощь питомным. Животным, да? Да, да, да. Так, помощь животным. Помощь животным. Я бы сюда добавил еще экологию. Но они близки, в общем, да? Да, если как бы мы юристы, мы больше помогаем нашим старикам каждый день. Ну, это тоже самое входит в социальный пункт, да, что человек помогает человеку. Все, кто-то есть. Что? Очень хорошо, культурный. Бывает так, так не с культурной, а бывает культурный. Культура, хорошо. Еще. Диалоги примирения. Что, простите? Диалоги на примирение. Да. Вам делать вот сюда отпуститесь? Даже не знаю, я сижу дома. Иду ей предложить какой-то новый. Потому что бывает, когда ты даешь тренинг на конфликтологию, да, или проведение диалогов, когда ты их сам проводишь просто ради диалога. Это может быть уже не туда, не знаю куда. Но некое просветительство все равно, да? То есть вы некие свои знания предлагаете людям. И... Ну что, мастер-класс тоже входит? Да. Конечно. Да. Все, да? Хорошо, что может быть еще, как вам кажется? Чем мог заниматься волонтер, кроме этого? Ну, например. Мы пытаемся на самом деле понять некую общую структуру, да, вот по блокам, понимать. Правозащита, безусловно. Еще. Женя, помощь какие-то организации мероприятий, спортивно. Есть такая массовое спортивное волонтерство. Да? Напишем. Спорт. Ну, допустим, если мы вспомним Олимпиаду в Сочи, да, то там было 25 тысяч волонтеров, которые готовили государство. Это был очень мощный такой проект. Это был чисто спортивный волонтерство. Все-таки тут же государственное бюджетирование, вот это волонтерство. Ну, пока говорим в целом волонтеров. Эти люди были, эти люди помогали безвозмездно, свое свободное время, да, не получая оплату. Ну, понятно, 25 тысяч, все-таки, согласитесь. Бюджет, просто. Люди были платные, что ли, были волонтеры? А те, которые их поднимали? Нет, сами волонтеры были волонтерами. Хорошо. Еще что есть? Плюс, я точно знаю, что армянское молодежное общество ездит на армянское кладбище. Да, потом, ну, мы ездили на 10 километров, когда были проблемы с захоронением. Хорошо, как назвать? Ну, в принципе, культура входит? Ну, я не назвал это культурой. Национальная традиция, да, сохранение национальной традиции. Да, да. Волонтер. Есть. Увлечение, то есть, если волонтерская организация,
программа. Ну, смотрите, я бы выделил бы еще отдельно поисковиков, людей, которые ищут помощь людей. Медицина. Медицина – это вот все туда. Не знаю, как в Крыму, но вот в Москве есть такое движение, называется «Лиза Алерт». Это очень мощное такое объединение, они ищут пропавших людей. Пошла бабушка в лес и заблудилась. Милиция ее обычно не очень активно ищет. У нас собирает толпа волонтеров. И, в общем, находит, да, безусловно. Ну не всегда, но живыми или мертвыми доходит точно. Не, ну просто занимаются поиск насчет сохранения и там. Ну да, я понимаю, что здесь мы продублируем тему, но здесь как бы живые. Поиск людей написано, пропал. Людей пропал. Еще чем мы занимаемся. Здесь еще классные ребята, у 20 флешмобов. Мне очень нравится. Знаете, да? Которые собираются, делают такое что-то красивое. Иногда это имеет смысл, иногда не имеет, но любовь, это все весело, замечательно и так далее. Можно ли назвать это волонтерами? Они это делают бесплатно? Да, но их я выбираю. Даже не было удовольствия, зачастую не неся какой-то конкретной цели для других. Но почему? Он может быть социально направлен. Он получил опыт, он получил майку, он получил бесплатную тусину. Взял бесплатно? Поверьте, бесплатно. Давайте вот Марию получил бесплатно. Друзья, коллеги, можно я вас буду моделировать как ведущий, да, наше мероприятие? Если мы сейчас уйдем в тонкости в эти, да, мы, наверное, потеряем некую важную. Может быть, кто-то помнит, не гномами было, неделю тут сделал. Не гномами была неделя добрых дел. Это не гномами проводили. Неделя добрых дел, а не гномами просто один часть проекта. Хорошо, я Олег участвовал в этом. Олег. Я понимаю, что у вас интересная дискуссия, вы можете потом как-то. Давайте вот на этом закончим, я что-то еще вспомню. Но мне кажется, было очень важно, чтобы мы этот слайд с вами нарисовали, понимая, какие разные бывают волонтеры. В любом случае, это общественная активность. Это люди, которые делают какие-то вещи социальной направленности или общественной направленности в свое свободное время, не получая прямой оплаты, хотя могут получать иногда какие-то подарки или что-то еще. Вот. И, безусловно, они мотивированы не материальными вещами, а какими-то другими. Еще скажу одну вещь. Поскольку мы с вами делимся опытом, я совершенно не представляю себе ситуацию в Крыму. И, наверное, вы не очень много знаете о ситуации там, в Москве или в российских регионах. Вот в Москве и в тех регионах, которые я знаю, эти блоки практически не пересекаются. Это значит, например, что волонтеры социальной помощи там редко общаются с людьми, которые занимаются правом. Да? Я пока говорю, что они не пересекаются. Не вопрос, правильно это или нет. Или, например, что правозащитники практически не общаются с партиями. И получается, что мы имеем вот такой пирог больших сообществ волонтеров или маленьких сообществ волонтеров, которые друг о друге практически ничего не знают. На самом деле, одна из задач сектора, в том числе, если мы выстраиваем некий процесс консолидации, который необходим на самом деле для взаимодействия со властью, наша тема, как взаимодействие со властью, это очень интересная мне лично тема, перекидывать мостики. Как минимум, вначале на уровне личных связей, а потом на уровне совместных проектов, самые синергии возможно. Смотрите, это некая наша классификация. Каким образом вообще возникает сообщество волонтеров? Ну, я немножко прокомментирую. Самая ситуация, как мне кажется, такая обычная, таким образом возникли мы, это вот первая ситуация. Это некая частная инициатива людей, которые столкнулись с какой-то проблемой социальной и не смогли пройти мимо. Ну, вот, например, в России есть очень такой крупный фонд, называется «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Кто-нибудь слышал про него? Нет? Это очень крупный фонд, очень профессиональный, его директор Лена Лешанская. А возникли они очень просто. 7 лет назад Лена лежала со своим ребеночком в московской больнице, и в соседнюю палату положили ребеночка. И он все время плакал. Она пошла посмотреть, чего он все время плачет, плачет, плачет. Оказалось, что это младенчик, которому там несколько месяцев, отказанный ребенок, которого мама бросила. Естественно, что он лежал один, сестры к нему подходили очень редко. Там, вплоть до того, что
не было выделено в больнице, ну просто их не было по инструкции, не было даже питания для этого ребенка, ему полагалась формально гречка, каша, котлеты и так далее. Да, там ребенка было 2-3 месяца. Это было 7 лет, да, то есть это был 2008 год. Елена, она бросила ключ в интернете, собрала этому ребенку питание, там памперсы и так далее, и так далее. Вот так возник крупнейший фонд, который занимается в России темой социального сиротства. Другой пример, тоже эта же тема. У нас есть движение «Клуб волонтеров». Порядка 4000 постоянных волонтеров едет в 40 детских домов регулярно и устраивает там разные мероприятия, обучение. У них есть даже программы сопровождения выпускников. Возникло очень просто все это дело. Его лидер Илья Якушевский с друзьями, а он мотобойщик бывший, ехал где-то там по России и пил в детский дом. Мы решили зайти. Ну, когда зашли, в общем, столкнулись с тем, что там что-то не хватает и так далее, решили поступать съездить туда. Вот за 10 лет из группы 10-15 человек выросло движение 4000 человек. И те фонды и движения, с которыми мы работаем, вот это вот тот путь, который мы прошли. Дальше. Может быть и другой путь. Может быть путь, когда у вас есть некая готовая организация некоммерческая. Ее руководитель сидит и думает, а не завести ли нам волонтеров? Что-то вот денег сотрудников нет, а надо там бумажки возить, и вот на акциях у ящика стоять, и обзвоном кого-то заниматься, там еще что-то. И он начинает создавать, как говорится, привлекать волонтеров, уже имея некую базу своей работы, вот как группа сотрудников, и решение преподавать дальше. Обычно вот эта вот история, частная инициатива, она развивается вот так вот, перевернутая пирамида. Маленькая группа людей к огромному количеству. Здесь обычно это развивается очень медленно, и в группе там 10-20 волонтеров. Это связано с тем, что обычно сам руководитель движения, он не являясь по духу волонтером, он не дает возможности сообществу развиваться. Дальше. Есть такое явление, оно достаточно развито сильно в общем, в Москве, в некоторых городах. Когда есть корпоративная программа, и сотрудники компании участвуют в различных волонтерских акциях. Это могут быть, там, не знаю, раз или там, 2-3 раза в год какие-то выезды, это может быть сбор денег, игрушек, подарков и так далее. Там есть свои активисты, то есть некая группа людей, которые постоянно все это всех приглашают, организуют всякие там, это, говорится, все, что нужно, добывают, транспорт, узнают нужды, взаимодействуют с учреждением и так далее. Но, безусловно, это история внутренней компании, и тоже она достаточно ограничена. Дальше, есть центр добровольчества при вузах. Наверное, у вас в Крыму тоже это есть. Да. Это такой путь, который почти всегда связан с государством. И идея очень простая. Где бы взять молодых людей, которые вот в доступности, да, с которыми можно поработать, что их не будут собирать, они уже есть, они уже собраны. Есть некие административные рычаги, там, воздействия. Вот действие волонтерства, оно, как я понимаю, возникло на таким образом. В этом нет ничего плохого. Если отношения строятся на понятной честной основе, да, ничего плохого нет. Но тем не менее, безусловно, это обычно акционное волонтерство. То есть это формат, когда группа студентов куда-то едет, что-то делает. Да, при этом они относительно зависимы от руководства вуза, например. Дальше. Может быть, какие-то студенческие, волонтерские группы при органах исполнительной власти. Такое тоже бывает. Все не обязательно они юридически при органах, но они могут быть просто в виде независимого НКО. Там на день города 100 волонтеров вышли, посадили сирень. Замечательная акция. Бюджет дал деньги населению, и пришли ее посадить. Вот. Есть еще волонтерские проекты при госкорпорациях, которые часто связаны со спортом. Тоже это обычно не направлено на помощь социально нуждающимся людям, какие-то там задачи ставятся другие. И последние проекты, это проекты политических сил, обычно они планируют одно, делают другое. Ну, мы сегодня их не будем рассматривать, будем говорить о хорошем. Картинка понятна более-менее? Если вы же какой-то блок вспомните, я буду только благодарен. Да?
мы тогда ее дополним. Думаю, что все будет еще лучше. Да, какой? А гранты здесь не осматриваются? Оттуда. Мы говорим о волонтерах. О волонтерах оттуда. Международная организация. Ну, мы говорим о России. А? Да. Ну, то есть в России не работают международные организации? Нет, мы говорим о волонтерских сообществах, которые существуют в России. Мы же не говорим о схемах их финансирования сейчас. То есть Куба не может финансироваться? Кого? Какую-то волонтерскую организацию. А я разве спрашиваю про финансирование? Образовывают. Как образовывают, значит, да. Как они возникают. Угу. То есть не тот, когда они берут ресурсы, угу. А то они, собственно говоря, берутся. Все понял, да. Давайте следующий слайд. Так, можно свет. Угу. Теперь давайте мы с вами еще немного поговорим. Смотрите, вопрос такой. А какие проблемы социальные или какие-то другие, там, экологические, еще какие-то, вы бы лично стали решать в первую очередь? Вы живете в Крыму, наверное, что-то у вас хорошо, что-то там можно улучшить. Вот что бы вы стали решать в первую очередь? Социальные животные. Давайте по очереди. Да. Социальные помощи, детям, для помощи. Да, то есть вы бы стали помогать тем, кто нуждается, да? Помощь. Была ситуация, когда мы приехали привезти социальную помощь в детдом. Нам сказали, что пока вы должны были кинуть заявку, должны были написать, что у вас находится в ящиках, привезти на, и с этой заявкой сам личный директор детского дома будет принимать. То есть мы привезли 3 пака помощи, а это хотели принимать. Александр. Ну, я вас немного прерву. Дело в том, что у нас есть некий график, да? Я просто вынужден управлять нашей беседой, потому что иначе ничего не успею. Второе, что было? Бездомные животные. Бездомные животные, да? Есть проблема такая? Да. Хорошо. Нуждающиеся есть смысл расшифровать? Нуждающиеся нет пока трудно, да? Хорошо, еще. Какая социальная проблема? Экология, мусор. Это уже весна интересует. Алкоголь, хорошо. Помощь ветеранам, безусловно. Вот вопрос. За то, что еще очень часто они не являются, но там нужда другая. Хорошо, еще. Правовая безграмотность населения. Да. Так и называют, правовая безграмотность, да? Ну, помощью... Правовой ликбез. Да, правовой ликбез с помощью юридических вопросов. Спортивное развитие. Спортивное, там, нравственное. Это разные смыслы, как два можно выделить. Отдельно спортивное, отдельно нравственное воспитание. Еще. Спортивное воспитание. Массовый спорт. Развитие массового спорта, да? Да. Или доступного даже спорта. Массового. Ну, потому что у нас все, то есть спортзалы и так далее, тренировки, то есть многие не могут. То есть... Ну да, площадка. Еще. Культурное развитие, можно? Да, конечно. Культурное развитие, что вы имеете в виду? Что не хватает культурных каких-то развитий? Это проект, да, доступность культуры, да? Да, но спорт спорта начинается. Образование городского дома? Да, да. Да, это, конечно, эргономика. А вы можете? Пожалуйста, скажите, например, регулировка цен, то, что не дорабатывает государство, может ли действительно это социальная проблема? Высокие цены, плохие дороги. Нет. Не будем нуждающимся. Мы тогда все нуждающиеся. Тогда кому мы это назовем? Давайте последний пункт. Ну, во всяком случае, дорожный контроль – отличная идея. Да, и ценовой контроль. Социальный контроль. Дорожный контроль – хорошо. И ценовой. Здесь еще надо... Не забывай, что Крым – это повышение диалога между национальностями. Вот это просто общий какой-то контроль. Контроль за дорогами, за ценами. Это, наверное, общественный контроль за органами государственной власти. Да, да, это общественный контроль. Да. Хорошо. Видите, как у нас много оказывается проблем, да? Масса. Да, лучше скользко. Хорошо. Вот. А теперь мы с вами сделаем хитро. Давайте мы с вами проголосуем. Вам нужно выбрать 5. У вас у каждого 5 голосов. Понимаете, да? Голосуйте, вы поднимаю руку.
Значит, я буду перечислять каждый пункт, и вы можете отдать за него либо 5 голосов, либо там 4, 3, 2, 1. Мы посмотрим в итоге вот все кластерки, там большинство, каких проблем волнует. Так, давайте. То есть, ну это давайте честно, больше 5 не голосовать, да, отправлять некоторые конверты стены потом. Так, помощь нуждающимся ветеранам. 16, 17, 18, 24. Снова контроль. Если все вы включите вместе, дорожный, ценовой, если ценовой, да, дорожный включите, то в общественный контроль. И дорожный. Угу. Бездомные животные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять. 18, 19. А зачем мы это делаем? Я потом скажу. Экология, мусор. Ой-ой-ой. Тут 5 сразу. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 20. 7, 27. 27. 5 запишите у меня по экологии. Да? 5 у меня сразу по экологии. 5. То есть плюс 4, да? Да. Нет, можно отдать один раз. Вы голосовали до этого же, я видел. Нет. Я видел. Я не голосовал. Все зафиксировано. 30. Общественный контроль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Курение, алкоголь. Мужчины дружно не понимают. А мужчины не курят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Плюс 2. 13. Права и безграмотность. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот глаз 11. 9. Хорошо. 9. Доступность спорта. 14. Доступность структуры. 9. Да? 4, 5. Комфортность пространства. Нет, я говорю, что про знание. Логика понятна, да? То есть мы с вами сейчас, наверное, получили срез. Там у меня еще один остался. Спорт. У вас одного осталось сейчас. Подожди. Мы примерно с вами, может быть, и грубо, но пытаемся понять, вот в вашем сообществе людей, граждан, да, там, активистов, что вас больше всего волнует. Давайте посмотрим. Итак, первое место у нас экология, мусор. Второе место — помощь нуждающимся. Третье место — бездомные животные. Давайте хватит первых. Нет, доступность спорта 14, там 13. Тут 19. Давайте еще факт. Ну подождите. Вы это спорт. Прям ваш лист. Так. Спорт у нас где? У нас общественный контроль 15. Все, 4 места. А теперь давайте попробуем сделать следующее. Вы все смотрите телевизор? Нет. Какой-нибудь российский? Нет. Не все. Читаете в интернет, газеты? Ну, какие-то. Все равно вы будете более журналисты, вы интересуетесь СМИ. А вот с вашей точки зрения, государство, хотя бы в том, как это представлено в СМИ, там, оно какие социальные проблемы, по крайней мере, декларирует, что оно на них направляет ресурсы? Экология, социальная помощь. Это как вам кажется, субъективно. Хорошо, давайте так, на помощь нуждающимся ветеранам она декларирует, что? Декларирует. Только в этом году декларирует. Да. Когда наступает 9 мая? Да. Сейчас. На помощь бездомным животным декларирует? Нет. На экологию и мусор. Нет. Да. А что? Выходит президент и говорит,
У нас есть большая проблема, это мусор, экология. У нас мусороперерабатывающий завод. То есть местная власть лет 10 обсуждает этот вопрос. Давай так, она безрезультатно. Все это декларирует. Только местная. Ну, да, просто можно поставить, пусть будет. Плюс-минус. И туда, и туда. Проблема общественного контроля. Власть говорит, очень важно, чтобы общество нас контролировало. И вообще, как бы. Нет, что государство говорит, что это важно развивать. Говорит, да, говорит, говорит общественные советы, да. Другой вопрос, что они не работают. Принял такой. Нет, да. Да, декларировали. Запретили курить. Пройду прямо здесь. Новый архитектор пришел, может что-то изменить. Алгарстан. Хорошо. А теперь давайте посмотрим еще раз то же самое, только что реально государство делает. Как вам субъективно кажется? Помощь ветеранам помогает? Надеюсь, бывает. Влияет ли система на их качество жизни? Нет, сейчас помогает. Я не сложится помогать. То есть выделяются какие-то разовые вещи. Да. Системно на уровень жизни ветеранов и пожилых людей, бедных, это не влияет. Дальше, значит, бездомным? Нет. Вообще нет. А можно на все просто нет поставить? Можно, но чуть больше. Экология что-то не делает? Нет. Общественный контроль? Нет. Куда заносились? Такой. Принял такой. Не, да, запретил. Закон вышел, но исполнение никто. Ну есть, где-то есть. Бывает безграмотность? Нет, да, наверное? Ну, почему? Знаете, мне кажется, нельзя так сказать. Гранты, например, они выделили на бесплатную правовую помощь, значит, помогают. Она делается. С другой стороны, для ветеранов есть какие-то льготы все-таки. Давайте я поставлю плюс-минус, друзья. Доступность спорта что-то делает государство? Нет. Да, да, что-то делает. Что-то делают. Детские секции есть почти бесплатные. Доступность культуры нет, наверное, да? Нет. Что есть? Доступность пионеров. Хорошо, теперь давайте посмотрим. Я как мать знаю. Есть. Ничего не делают. Нет. Значит, доступность культуры, например, вот буквально на днях произошла ночь в музее. Да, это тоже можно отнести. Ну, я, хорошо, поставим плюс. Смотрите, теперь значит, следующим образом. А вы все выбрали первой проблемой экологию и мусор. По ней государство что-то говорит, но ничего не делает. Так? Ладно? Да. Вы выбрали второй помощь нуждающимся. По ней много чего говорится, но мало чего делается. И что-то как-то все нуждающиеся у нас остаются. И третья вещь, бездомные животные. Ничего не делается. И даже не говорится, и не делается. Значит, у вас, по-моему, одни проблемы. Где-то по тому, что декларируется в государстве, вы пересекаетесь. Но потому, что делается, пересекается очень мало. И это есть на самом деле две пути. Можно следующий слайд. То есть фактически в каждом регионе России? Да. Да. Мы это запомним, потом к этому вернемся. Смотрите. Ну, как и теория, мы сейчас с вами тоже накидаем из головы. Как вам кажется, какие могут быть источники государственной власти? Народ. Народ. Еще. Народ, в смысле, когда народ, что он делает? Народ с конституцией, точка, все. А что он делает, народ? Положите свою мысль. А ничего не делает. Вот такая власть. Он может прийти и сунуть. Хорошо, народ, я пользуюсь. Следующий, какие еще могут быть источники власти? Вы имеете в виду источники формирования власти? То есть откуда берутся чиновники? Нет. Объясню. Значит, вот мы говорим, что есть значит, правительство России, правительство региона и так далее. А, собственно говоря, откуда они взяли власть?
И кто им дал власть? Сами, народ. Еще что может быть? Кроме народа ничего не может быть. Присвоили. Присвоили это что значит? Силы? Да. Династии какие-то, чиновничьи, да. Потом корпорации, люди, которые купили власть. То есть должность фактически путем подкупа избирателей. Скажем так, сила, да? Власть, сила. Вот. Сила, деньги. Хорошо. Дальше еще что? Назначаемые должности. Выбор это народ как раз. Когда народ дал возможность людям измениться. Что еще может быть? Вы имеете в виду, извиняюсь, государственную власть Российской Федерации? Да, в Российской Федерации. Ну и вообще, в целом, физически. В основном, в Конституции написано, что единственным источником власти есть народ. А какие другие были высказывания? А дальше идет право. Потому что наличие права – это есть власть. Возможность давать что-то разрешать или не разрешать. Заберите право у государственного чиновника, и коррупция прекратится. Права не будет, значит, не будет власти. Давайте посмотрим в исторической перспективе. Можно следующий слайдик посмотреть один раз. Смотрите, изначально в истории человечества власть была одной исправительной. Ну, право сильного здесь не как право и норма. А феодал, у него было войско, да, и он обладал налогами крестьян. Он их там не резал на кусочки, они платили налог, все были довольны. Следующий. Сакральность власти, да, в данном случае имеется в виду империя, безусловно. Имеется в виду традиционное общество общинного типа, где власть передавалась конкретно наследством. Ну, в данном случае, например, не только Российская империя, но и все империи мира, насколько я знаю, они как бы декларировали идею, что их власть освящена свыше. Французская империя, английская и так далее. То есть это тоже вот источник власти. Это ситуация, когда общество принимает, что вот это там, допустим, династия нами властвует, не потому что она сильная, а потому что это вот некое такое вера, традиция, обычай, мир или что-то. Следующий. Харизма воли лидера. Может быть такое? Это когда некий лидер, он может быть вообще там не относится, нет у него ни силы, нет у него ни традиции, там, ни какой-то династии, никуда, но в силу своей личности он мобилизовал ресурс, люди на него идут, и, собственно говоря, силой это обладает властью. Так речь идет о государственной власти или вообще? О государственной власти. Слово государственной личности. Власть нет, государственной, потому что он после этого может делать государство. Это право сильного, причем государственная власть. Феодализм – это что, государство? Государство. Это Киевская Русь. Ну, Киевская Русь тоже государство. Я говорю, в исторической перспективе начиналось с этого. Согласны? Почему вообще? Правильно сказали, наследственная власть, сильные кланы. Все это обсуждать, всем известно. Давайте следующее. Это то, о чем говорили вы. Да? То есть это ситуация, когда народ, не весь народ там до одного человека, а большинство людей, они устанавливают некий строй, пишут главный закон, конституцию, в котором демократическая форма правления. Соответственно, там написано, что народ является источником власти. Там устраивается некая структура власти, написано, какие ветви власти, чем они занимаются, как это так далее. Это вот то, что у нас по конституции сейчас. Вон следующий. Есть еще и такая. В моем понимании, кто-то может с вами не согласиться, но в моем понимании мы сейчас больше здесь, чем вот здесь. Мы это кто? Мы это Россия. Мы тоже. Мы с вами вот здесь. И это на самом деле порождает определенные проблемы для некоммерческого сектора взаимодействия с органами государственной власти. Окей, давайте следующий слайдик. Это, кстати, вот больше к этому. Да? Угу. Если вы установили власть, платите через налоги зарплату чиновнику, он должен выполнять те функции, которые у него налоги. Если он их не выполняет, его можно отругать, уволить, применить и так далее. У нас сейчас это есть такое или нет? Нет. Проведите работу в налоговой инспекции. Приходите вы там в любой государство. Мало улыбаются. И вам говорят, следующий. Так далее. Мы поэтому скорее здесь. Следующий слайд. Смотрите.
коммерческие организации, они часто даже не пытаются понять, как власть действует, как она действует, и что ей интересно. И это также системно затрудняет взаимодействие в позитивном поле. Мы об этом много думаем, потому что вот мы как волонтеры, да, как люди, которые приходят в учреждение, где есть свой режим, где есть там руководство и так далее, мы вынуждены, хотим мы или не хотим, взаимодействовать с органами власти. И в этом смысле, если мы с ней не взаимодействуем, нас не пускают просто. Причем мы можем, там, если есть больница, там есть режим посещений, если мы его не соблюдаем, нас правильно не пускают. Да? А может быть ситуация, когда все мы соблюдаем, нас почему-то еще все равно не пускают. Ну, например, там кто-то сфотографировал стенку с вещами, выложил в интернет, после этого волонтеры перестали пускать больницу. Поэтому мы стараемся стенки не фотографировать. Либо если фотографируемся, показываем главврачу, а не в интернете. Смотрите, очень важная вещь. Государственная власть в силу своей сути. Это вертикальная структура. Вертикальная структура, действующая по формальным принципам, то есть есть некие документы, там прописаны какие-то алгоритмы действий, и чиновник руководствуется именно ими, ну, или должен руководствоваться в идеале. То есть есть описание процессов, к нему приходит документ, бумага, он на него реагирует, как пускает его дальше, или отказывается, и так далее. А решения принимаются на основе отчетности. Понятно, да? Государство собирает статистику, там, анализирует какие-то там отчеты своих органов низовых, все это дело как-то перебаивает и там, принимает решение давать больше денег в здравоохранение и, не знаю, там, меньше на экологию, или наоборот. Или там давать больше денег на оборону и меньше на все остальное. Или наоборот, меньше на оборону, а больше там людей. Дальше. Есть жесткое планирование ресурсов, есть бюджет. Бюджет, вы, наверное, все знаете, что это такое. Но проговорю, что бюджет – это некий план доходов и расходов на год вперед и на несколько лет вперед. И в этом смысле есть план, есть статьи, на которой он определяется. И как-то просто вклиниться в него, и сказать, что у нас есть специальная проблема, ну, так не работает. Это работает по-другому. Государство по определению некоторые функции, некоторые задачи выполняют хуже, чем волонтер. Это очень важная вещь. Ну, представьте, что вы волонтеры, посещающие детскую больницу. У ребеночка день рождения. Кто лучше его поздравит? Государственный чиновник или волонтер? Все. Понятно, да? Даже если в регламенте у чиновника будет написано мониторить дни рождения пациентов, организовать поздравления с днями рождения, нормативное количество шариков на одного ребенка, 3 шарика. Ну понятно. То есть волонтеры всегда поздравят ребенка с днем рождения лучше, чем чиновник. Уже чиновник еще есть. Уже функция. Правильно. Вот уже только человек, который будет ему. Ну он даже не сможет. Понимаете, то есть это на самом деле очень вещь важная, потому что это та область, мы к этому вернемся, где возникает возможность эффективного взаимодействия. Если главврач там, этот самый заведующий отделением больницы говорит, ребята, вот дети, вот поздравляйте, при этом должны надеть бахилы, ничем не болеть, да, и меня предупредить заранее. Все, схема работает. Работает очень хорошо. Это, кстати, касается, например, и вещей, связанных с работой там, хосписа. ТСЖ. Товарищ собственник жилья. Опт-элемент в тяжелой жизненной ситуации. Вот в России есть гигантская проблема. Есть люди, которые находятся в терминальной стадии, в стадии ухода из жизни. Это связано с экологическими болезнями и с многими другими тяжелыми заболеваниями, генетическими, с поражениями нервной системы. И на всю Россию есть там небольшое количество хосписов, еще меньшее количество хосписов, которые выросли в партнерстве с НКО, которые этой темой профессионально занимаются. Вот чиновник никогда в жизни не сможет утешить уходящего из жизни человека, так как это сделает обычный волонтер. Согласны? И последнее.
А государство априори мыслит количественными и бюджетными категориями. Любой чиновник мыслит количественными и бюджетными категориями. И в этом смысле, например, очень многие проблемы чиновник просто не может учесть. Есть такой феномен. Сейчас в России укрупняют интернаты для пожилых людей с целью экономии бюджетных ресурсов. Вот при слиянии двух-трех учреждений в одно большое, ну как закрывают два маленьких, а всех сводят в одно большое. Да? Вот смертность среди стариков в первые два месяца 50%. То есть эти люди, которые привыкли жить в одном месте, ну как бы да, им там, да. Может быть, там не очень комфортно, но они вот привыкли, понимаете, пожилые люди, они очень в этом смысле инертные. И им тяжело с места на место переезжать. Вот 2-3 месяца и половина тех, кого укрупнили, у них умирают. При этом, как бы, сказать об этом государству может кто-то. Только мы, только волонтеры, потому что это, ну, волонтеры это фактуру видят жизни. Поэтому увольнение персонала. Ну, нет, персонал не виноват, он же обеспечил все, как бы, да, есть там. Это психосоматика. Психосоматика, безусловно, это некий стресс от переезда, от того, что там он лежал в палате с одной бабушкой. Эффективность и профессионализм государственной власти. Нет, государство никогда не может это в полной мере учесть. Никогда. В полной мере во сколько? В полной мере, чтобы своевременно принимать решения. Менять государство? Нет. Это смысл. Я пытаюсь вам понять, что не потому, что государство плохое. Еще раз. Вводятся новые коэффициенты, вводятся новые специалисты. Берете волонтера, вербуете, его становится членом государства. Я вас умоляю. Почему Израиль это может? Это вот к тому же, как раз, что государство мыслит бюджетно количественными категориями. Добавляйте другие категории. Не работает. Хорошо, давайте не будем спорить. Сделайте, потому что... Давайте пойдем к НКО. А вы, кстати, какой организации представляете? Никого. Понятно. Еще. Дальше, смотрите. НКО тоже абсолютно не идеальный. У некоммерческих организаций масса недостатков. Сейчас я по коллегам с удовольствием пройдусь. Во-первых, НКО обычно реагирует на ситуацию. Есть группа волонтеров, им позвонили друзья, там, а можете вы провести мастер-класс по лепке из глины в детском доме. Ребята подорвались, нашли глину, организовались, приехали, сделали. Дальше, значит, закрывают какое-нибудь отделение больницы в Петербурге. И волонтеры, НКОшники начинают писать письма, там, в интернете и так далее, отстаем врачей, спасем там детей и так далее. То есть реагирует на ситуацию. Это связано с чем? Почти у всех некоммерческих организаций нет долгосрочного планирования. И они занимаются тыканием дыр. Узнали о проблеме, подорвались, скоро вылезли, заткнули. Следующая дырка следующая. А страдает аналитика. Людей, которые могут работать с цифрами, с фактами, готовить качественные аналитические материалы, отстаивать свою позицию в дискуссиях, там, с теми же чиновниками, именно с точки зрения там, статистики рынка, их на НКО крайне мало, и на них нет денег. Если в госкомпании человека не хватает, его нанимают, а в НКО нет денег на это, понимаете? Потому что они живут, то, что говорится, на пожертвования и по статистическому принципу административные расходы. Хроническая нехватка всех видов ресурсов. Средний НКО в Москве – это 4-5 сотрудников, какое-то количество волонтеров и гигантский ворох работы, который на них каждый день сваливается. Это тоже надо понимать. Поэтому, когда тебе какой-нибудь департамент говорит, ребята, вы молодцы, а вы помогаете там в 50 детских домах, пойдите еще 50. Я говорю, мне проще сразу застрелиться, да, потому что эта система вырастала несколько лет, с нуля там подтягивая ресурсы из разных совершенно источников, а вы мне предлагаете взять еще 50. И министр, который на меня смотрит, он думает, то ли ему голову морочит, то ли я дурак, да? Потому что у него 3000 учреждений и бюджет там несколько десятков миллиардов. И он думает, а зачем мне вообще с этими ребятами что-то обсуждать? Если они даже 50 детских домов не могут взять. Я готов там дать 500. Они вот говорят, отдайте нам 3. Вы понимаете, да, вот этот разрыв. Государственный орган и некоммерческий сектор. Это совершенно две разные конструкции.
которые работают по разным принципам, живут по разным правилам и мотивированы разными вещами. Дальше. Большинство работников НКО – это самоучки, которые столкнулись с проблемой, стали в ней разбираться, ранее где-то работая, потом там работу бросили, ушли в фонд на меньшую зарплату. Где-то чего-то научились, но не хватает постоянных знаний. Нехватка кадров в секторе колоссальна. Денег на это тоже нет. И последний пункт – это то, что НКОшники очень часто критически относятся к государству. И не готовы объединяться с коллегами. У них часто есть какие-то конфликты с коллегами, да? Иногда бывает конкуренция за ресурсы, там, ну, в общем. И это мешает, безусловно. Формат диалога, когда НКОшник приходит к чиновнику Минздрава и говорит, помогите, а там умирает ребенок, для НКОшника это, ну, вот, ситуация, что ребенок умирает, это супермотивационный фактор. А для чиновника, как вы думаете? Он даже, для него это некто абстрактный, которому почему-то там не оказывается абстрактной помощи. Ну почему вы так думаете? Потому что так и есть. А что чиновник, это робот, что ли? У него тоже есть человеческий фактор, ему тоже жалко этого ребенка, но у него нет возможности, как у чиновника, что-то сделать. Правильно говорить, при принятии решения... И вы как на него сразу, вот он такой... Я не говорю, что он плохой. При принятии решения чиновник мыслит как робот. У него есть алгоритм. У него есть. Если как человек только поступает, соответствует с его полномочиями и компетенциями. И поэтому ваша фраза, обращенная к нему, умирает ребенок, она не приведет к результату. Вы к нему уже обращаетесь тогда. Чего к нему обращаетесь? Вы же заранее знаете, что не приведет к результату какому-то, обращаетесь к этому чиновнику, от которого ничего не зависит. Да нам сейчас рассказывают, как эта система вообще есть. Я вам говорю о том, почему иногда не происходит понимание. Не то, как я лично правильно написали непрофессионализм и незнание своих или, допустим, тех же законодательств, нормативных актов, они членами НКО. Да. Они обращаются не к тому. Я об этом говорю. Но никто не мешает чиновнику дать зеленый свет туда, куда надо. Мешает. Нет, подожди, нет. Чиновник, у него нет квоты на лечение. У него нет сознания вот здесь. Нет сознания ответственности государства. Я вас прошу. Еще раз меня понять, я ни в коем случае не говорю, что плохой, что хороший. Да? Я не вешаю сейчас, я говорю о том, как эта система работает и почему не работает. Можно следующий слайд? Еще один. Еще один. Давайте теперь мы с вами попробуем накидать такую матрицу, мотивы ожидания, чтобы еще раз, я просто пытаюсь, чтобы вы эту мысль очень хорошо поняли. Потому что она часто приводит именно к проблемам взаимодействия государства. Можно сказать? Как вы думаете, вот там волонтеры, гражданские активисты и так далее, когда они обращаются там, к представителям государства, неважно к какому уровню, к федеральному, на региональном, на местном, неважно. Какие у них мотивы? К чему они обращаются? Ну там, неважно с чем. Решить системный вопрос. Да. Структурный. Решить структурный вопрос. Еще. Решить вопрос. Получить лобби. Что-то? Получить лобби. Это как? Ну, чтобы они пролоббировали интересы более быстрее, чем это может произойти. Ускорить процесс. Ускорить процесс. Так, ускорить процесс. Хорошо, еще. Да, свой план. Процесс. Финансовая помощь, наверное, на что-то, да? То есть не просто так, дайте мне денег, потому что я хороший. А дайте денег, потому что нет лекарств в больнице. Ну, деньги. Еще. Найти высшую справедливость. Это как? Пожалуй, так само, что кто-то где-то негодяй, кто-то работает. То есть кто-то где-то негодяй, его нужно наказать. Да, да. Наказать. Еще. До совместного проведения мероприятий. Шашлык? Нет, ну какие-то культурно-массовые, может быть, фестивали, масленицы. Это решить вопрос, который... Ну нет, почему? Это система взаимодействия. Ну, мероприятие проводится для чего-то, правда же? Не просто так. Ну, например, чтобы провести субботник, надо получить разрешение. Мы же идем в органы государственной власти и взаимодействуем с ними. Само мероприятие вы для чего проводите? Для решения какой-то проблемы. Для решения вопрос. Что? Хорошо. Пытаться все это решить уже на законодательном поле. То есть, когда приходит... НКО постоянно по одной и той же проблеме, чтобы уже это
можно было, ну, грубо говоря, до запор, можно было запровать, чтобы и не, не приходилось каждый год ходить по одной и той же проблеме. То есть улучшение законодательства, да. Правильно? Что? Ну, не кидайте еще пару. Привлечь внимание. Какой-либо проблем. Круто. Давайте последний какой-нибудь. Какой еще какой-нибудь последний вариант? Мне кажется, иногда нужно ходить для того, чтобы вообще по какому-то поводу завести личное знакомство и дальше использовать это в своих различных целях. Ну это вот вы не просто так идете познакомиться, правда? Да, нет, надо, ну, можно решать вопросы, связанные с общественными вопросами, а можно решать вопросы свои личные. Но использовать для этого красивый, ну, все равно решили вопрос, правда? Хорошо, давайте хватит. А чего, собственно говоря, ожидает никого от государства? Положительное взаимодействие. Положительное. Давайте написаем, это важно, да? Поддержка. Финансирование. Ресурсы, да? Ну, решение. Там. Итоговое решение, просто результат. Итоговое решение, да. Еще? Адекватно. Такая вещь. То есть меня не побили, это уже хорошо. К сожалению, да, с нашей властью. Ну, давайте пока оставим, да, хорошо. У нас как красота, табличка получается. А власть, она, конечно, не так часто обращается к гражданскому обществу, но тем не менее. Какие мотивы нам обращаются к гражданскому обществу? Почему? Заткнуть дыры. Нет ресурсов. Которые они не доработали. А, то есть ресурсы хочет, да? Да. Ресурсы. Еще. Ну, вот Андрей Щепянин сказал, распилить уже. Государство обращается к НКО, чтобы распилить бюджет? Нет, Нет, такое происходит, уточните, пожалуйста. Что-то мы поможем вам распилить его правильно. Мы из бюджета должны потратить самые минимальные деньги. Все остальные деньги мы должны получить от спонсоров на Олимпиаду. Это его слова, я помню просто. Ну, по факту, в Украине, это следующая в Крыму ситуация, в Симферополе. У нас был большая статья бюджета с названием «Гражданское общество». Было проведено 250 тысяч мероприятий, на которые потрачены деньги из бюджета. На вопрос, кто конкретно проводил, проводили общественные организации, они провели это за свои деньги. Отлично, а вы тогда куда потратили? Ну, мы им оборудование купили. Какое оборудование? Ну, оно где-то на учете, мы не знаем, где оно, но мы его поищем. Да, давайте мы будем говорить о хорошем государстве, ладно? О честном государстве. Это кто? Хорошо. Еще какие мотивы обращения власти к госорганам НКО? Зачем они обращаются? Аналитические данные. Так, аналитика, да, точно. Еще. Может быть, показать, что каналы общения с народом есть. Значит, по очереди, кадровые ресурсы. Это я сказала, да. Ну, то есть, когда у чиновников недостаточно кадровый ресурс для того, чтобы решить какую-то большую социальную проблему, они привлекают людей, соответственно... Пусть это будет ресурсами, да, как бы кадрами. Ну, то есть, все-таки человеческий фактор. Ну, показать, может быть, близость, общность с народом, о том, что каналы общения с народом есть посредством некоммерческих организаций. Пиар, да? Ну, лифты, может быть, тоже. Да, правильно. Имидж. Создание имиджа госвласти. Еще. Ну, может, все-таки в идеале лишить потом. Так. Да, почему бы нет? Это самое смешное, что государство, которое оно не может принять закон, иногда обращается к организациям. То есть они не могут уже раз и навсегда закрыть эту проблему. А можно я немножко переформулирую вашу мысль. Экспертный опыт. Ну, то есть, как бы... Какой-то аналитик? Да, аналитика. Нет, аналитика это больше, как бы, они собирают сведения, что с ними делают, да? А экспертный опыт, когда вас приглашают... Это ресурсы, в том числе. Это ресурсы и аналитика. Хорошо. Будем понимать, что это сюда, и это сюда. Еще. Последний пункт накидаем. Или все. А что значит, что мы какие-то вещи? Выявить активных. Это мы сейчас все придумал или государство обращается к НКО? Нет, мы с вами сейчас пытаемся понять наш коллективный опыт. Да? Мне интересно, государство, правда, обращается к НКО для помощи? Нет, не обращается. Хорошо, давайте хватит. И последний блок, давайте заполним.
Какие ожидания у государства взаимодействия с обществом? С активистами, с волонтерами, с экологами? Да, улучшение имиджа власти. Ну хорошо, то есть обратились за улучшением, имидж улучшился, да? Еще. Да, у меня аналитика. Выполнение, то есть, ну, прямую обязанность, например, что... Получили данные. Да. Данные. Может, обратная связь. Обратная связь. Государство хочет иногда обратной связи. Правильно оно делает или нет. Да. Еще, то есть, их прямую обязанность, она обращается, то есть, им, например, выделяют деньги, то есть, все. Они обращаются за помощью, чтобы кто-то сделал это за них, то есть, на... Социальный заказ. Это как тяжелые заболевания. Если, например, кто-то заболелся, но у них нет денег с бюджета, чтобы, например, положить на этого ребенка. Они, ну дайте, подайте, пожалуйста. И начинается по всему миру, ходить и начинают копеечки собирать. От государства? Инициировано от государства? Это где такое бывает? Бывает. Окей, хорошо. Спасибо, друзья. На самом деле мне очень важно то, что вы часть проговорили, может быть, и все даже. Пожалуйста, следующий слайд. Я тебе подготовился, то, что в голове написал. Посмотрите, значит, опять-таки, гражданское общество почти всегда обращается к власти только по одной причине. Вот все, что вы сказали, это называется «есть проблема». И мы говорим, ау, государство, у тебя мусор на улице валяется. Или ау, там, в асфальте дырка, надо ее заделать. Если бы дырки не было, бы люди ездили бы, и, собственно говоря, едем и едем, да? Если бы люди не раскидывали, мусора бы не было. Да, но просто одни люди раскидывают, другие как бы обращаются к власти обычно. Да? Не раскидывают обычно они не гражданские активисты. То есть есть проблема. Это главный мотив взаимодействия, когда с группой государства. Собственно говоря, ожиданий от государства совсем немного. И, в общем, даже думаем, что имеем право ожидать каких-то простых вещей. Это чтобы оно качественно выполняло возможные функции, на которые мы через налоги дали денег. Правильно? Мы же платим налоги, платим. Хотим, чтобы улицы были чистые, ям не было, там не знаю, что еще, там, на улице был порядок и так далее. Это чтобы мы могли понять, как бы, да, куда государство девает ресурсы и вообще как бы поинтересоваться работой чиновников. И как бы, безусловно, мы хотим диалога, чтобы нас государство слышало. Ну, по крайней мере, я хочу. А государство тут немножко хитрее. В настоящее время, по моей субъективной оценке, органы власти не особенно рассматривают гражданское общество в качестве такого вот партнера. И обращаются к нему иногда. Ну, когда то, что говорится, прижмет. Ну, например, проблема стала публичной. Сейчас в Москве где-то с февраля по май была серия самоубийств онкобольных, причем людей в возрасте в основном. Порядка там 30 с чем-то человек. То есть, буквально чуть ли не каждую неделю люди кончали вид самоубийства. Причем это были люди, заслуженный врач, контр-адмирал, там, актриса, да. Понимаете, то есть это люди, которые в свое время были очень известны, там, уважаемы, гремели, у них был доступ в том числе и там, к власти. Но они стали старенькими, заболели, и выяснилось, что они не могут даже обезболивание получить. Департамент здравоохранения Москвы наконец-то зачесался и стал разбираться в проблеме. А по их отчетам все хорошо. Понимаете, вот они вот подняли все отчеты своих подчиненных через неделю, у них все хорошо. Все прямо замечательно. Подождите, в Питере лекарства есть, в Новосибирске лекарства есть, но в Москве лекарства. Ну, я говорю про регион. Власть региона в данной ситуации стала разбираться. По отчетам все хорошо. Что делать, значит? Проблемы-то есть, то, что говорится, курты дохнут. Знаете, есть, извините, отвлекусь немножко, есть старый анекдот советский. Значит, приходит к Горбачеву министр сельского хозяйства и говорит: Михаил Сергеевич, у нас куры дохнут. Он говорит: ну нарисуйте перед каждой курицей белый круг. Нарисовали по всей стране перед каждой курицей белый круг. Опять приходит министр: Михаил Сергеевич, так и дохнут. Говорит: да, ну нарисуйте вокруг белого круга черный квадрат. Все, по всей стране, во всех курятниках нарисовали черный квадрат. Приходит министр сельского хозяйства и говорит: Михаил Сергеевич, все куры сдохли. Он говорит: да. Как жаль, у меня столько еще новых идей. Понимаете? Вот это примерно то же самое. По отчетности все шикарно,
и вообще просто там в рай на земле. Ну что, применение это не идет как бы реальности нашей ситуации сегодня? Это очень похоже, да. То есть реально плачёнок получается одно. Не много вы считаете? Вы считаете, что не много о поле духа? А, много того, что на бумаге написано. А больные начали самоубийство. Это, кстати, касается не только самоубийства. Ну, например, вот у меня четверо детей. И в Москве есть система записи электронной очереди при клинике. Называется ЕМИАС. То есть ты через интернет заходишь, включаешь квиточек, у тебя фиксированное время, не надо стоять в очереди. Так замечательно, да? Казалось бы. И по отчетности Департамента здравоохранения, а я прохожу там тоже общественный совет, все прекрасно. Среднее время обслуживания пациента 8 минут нормативно. Врач до 8 минут должен пациента ребенка обслужить, заполнить документы и следующего. Исходя из этого считается количество врачей и нагрузку. А на практике я вижу следующее, что мы приходим с ребенком в поликлинику, там очередь. И перед нами все с талончиками такими же, просто записанные как бы, на время раньше. Врач не успевает внимательно 8 минут. Вы не знаете, послушать ребенка, заполнить все документы. Поэтому очередь сдвигается. И среднее время, когда я жду в очереди, маска, это 45 минут, 50. Без здоровья. Как мало. Без здоровья, конечно. А у нас вообще? У нас 20. Но, понимаете, для Москвы, когда ты отпрашиваешься с работы, да, вот это много, 45 минут. Реально, час времени в Москве это много. И люди начинают писать жалобы. В тот же депдрав. Ребята, что вы вообще это самое? Они смотрят, а у нас все. Все как бы. Они начинают давить на врачей. А врачи что могут сделать? А врачи они сократили. Дело в том, что они выставили 8 минут не просто так, а чтобы уменьшить социальные расходы. Понимаете? Идея была такая. А ваш общественный совет, можно попросить? А ваш общественный совет, как субъект общественного контроля по 220 закону, то, что мы говорили о общественном контроле, он какие-то действия принял по совершенствованию работы Министерства здравоохранения? Во-первых, закон общественного контроля пока почти нигде не работает. Почему? У нас он прекрасно работает. Вот вы вот там расскажете, мы не найдем. А потом, если вам интересно про это работать, я вам покажу. Ну так ваш общественный совет еще не делает. Подождите, у нас это он в Крыму работает, работает, вы хотите где сказать? Общественный совет, хорошо. Где у нас закон об общественном контроле работает? Мне просто интересно даже. Неужели в Крыму? Я вам приведу пример. Приведите, пожалуйста, хоть один. Вы, наверное, стали государством, да? Вы правы постарались. Я председатель общественного совета. Чего? 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 Да, инспекции по жилищному надзору. Понятно. Ну, государство, пожалуйста, стойте. Почему? Совет не может. Хорошо. Хорошо, продолжим. Какая мне кажется, что по типу мышления вы близки вот к этому. Спасибо, человек. И мышления у нас с вами разные, действительно. Разные, действительно. Хорошо, давайте дальше. Смотрите, значит, я продолжу эту историю. И Департамент здравоохранения обратился к фонду помощи хосписам Вера, Юрьевичу Федермессер, очень известному эксперту в этой области, поехал с ним по поликлиникам. Вот. Все поликлиники говорят, там есть все инструкции, четко соблюдаем, значит, и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, выясняется вещь, которую никого не так знает. Просто система по этой проблеме, она организована, в принципе, неправильно. То есть там все функции по контролю за обезболивающими препаратами, они обычно наркотически содержащие, отданы ФСКН. А ФСКН, как бы, проблемы как-то больных абсолютно не волнует. И поэтому наступалось пока на том, что правительство Москвы поменять ситуацию не может. Причина понятна. Что делать тоже понятно. Кто виноват, понятно. Делать ничего нет. Окей. Это потому, что на уровне федеральной власти должно решаться, да? Потому что ФСКН – это отдельное государство. Федеральный институт контроля за наркотиками. Понимаете? Поэтому сделать пока с ним ничего нельзя. Даже если вот все мы с вами соберемся. То есть Министерство МВД не может надавить на свою организацию? ФСКН – это отдельное. ФСКН входит в МВД. Федеральный институт, который… Ничего страшного, сколько там осталось этих ветеранов? Не входит она. Не входит. На шаблонах написано МВД. Ну вот это примерно то же самое, что написано в отчетах, понимаете? Оно не может быть. Окей, давайте дальше. Это вот был примерно то, что проблема стала публичной, и государство было вынуждено, государство в лице конкретного органа исполнительной власти было вынуждено как-то на нее реагировать, обращаться к НКО, потому что, собственно говоря, без НКО в данном случае делать ничего не могло. Дальше. Второй очень интересный случай. Он, конечно, не типичный, но, тем не менее, он случился. Может быть, вам будет интересно. В России есть село Пенелич.
я не помню, в какой-то области. И в этой всей Пеневиче жил мальчик Дима Рогачев. Мальчику было, по-моему, лет 8 или 9, он заболел острым лейкозом. Это был 2004 год. Тогда у меня был старший волонтер с партнером. И мальчик, его направили в областную больницу, а он не хотел ехать в больницу. Там плакал, не поеду и так далее. Зачем ему ехать? Непонятно будет, кто надо лечить. И врач ему сказал, который, значит, приезжал, он говорит, слушай, да что ты, поедешь сначала в областную, потом в Москву, там Путин, ты с ним чайку попьешь, с пленами. Значит, ну, мальчик, уговорили вообще мальчика, он поехал в областную больницу, потом поехал, значит, в Московскую российскую детскую клиническую больницу. Его там стали лечить, а курс лечения онкобольных, он длительный, он минимум полгода, да, и курсами, и плюс еще там реабилитация. И мальчик все время ждал, когда же с ним приедет Путин. Естественно, он эту историю всем рассказал, все как бы, ну, хи-хи-ха-ха. Вот. А Анька Егорова, волонтер, который создала в свое время группу «Доноры детям», которая потом в Грисфонд «Подари жизнь», она взяла и написала у себя в журнале, что Димка Рогачев все ждет Путина, а Путин все не идет и не идет. Вот. И эту надпись увидела Наталья Тимакова, когда, значит, пресс-секретарь Путина, и передала распечатку, так сказать, на стол, личной группой. Ну, такого, конечно, в жизни не бывает, но вот это, в этот раз случилось. И Путин прислал открытку Диме Рогачеву, что, дорогой Дима, я очень занят, подъехать не могу, но через месяц приеду. С открытки прислал машинку на радиоуправление, такую здоровую. Значит, естественно, в отделении там большинство мам не поверило, что это открытка от Путина, решили, что родители, что это прикалывается, что ребенок отстал от таких лет. Значит, Чернистов приехал. Это было очень смешно. Нет, Юлия рассказывала это вчера. Значит, РДКБ такая большая очень больница, там тысяча с лишним мест, за заборчиком, такая на юго-западе, в тихом месте. Ну, приехала ФСО с утра, отогнала все машины. Охранников, дедушек, значит, их сняли. Они, конечно, были очень удивлены, потому что не знал никто, не главврач, знали только врачи Дима этого. Приехал Путин, значит, попил Дима Рогачев чайку длинами. Причем это было тоже очень смешно, извините, что деталями делюсь, но просто мне эта история, она такая важная. Ординаторские врачи, там, значит, сидит зав. Отделением, работает, входит два мордоворота охранника с такими черными огромными, значит, с чемоданами с огромными. Ну, значит, и врач думает, ну, это, видимо, какие-то суперсредства защиты, чтобы тут, значит, ни муха не пролетела, ничего, блокировки сети и так далее. И открывает чемоданы, достает тарелочки, чашечки, ложечки, мед, блинчики, там, масло, все. Вот он попил с Димой своей мамой чайку, поговорил, значит, с ними. Потом врачи-гематологи показали ему онкоотделение и показали ему вот такой вот типа отказов чиновников на создание нового гематологического центра. А до этого врачи с волонтерами, с Николашными 4 года бились, ходили везде просто, понимаете? Во все министерства ответственные, не говоря об общественных средствах, тогда не было. Вот. А где получали отказы? Ну, зачем в России современные центры по лечению заболеваний рака крови? Глупости. Какие-то глупости. Пусть лечится у себя дома там. Что там, кое-то не хватает? Лекарств? Ну ладно, что, все у нас хватает. Нас плачут, все хорошо. Вот. Значит, и Путин, он увидел, как бы, как человек умный, что это не просто люди, которые, очередные люди, которые просят ресурсы, да? Понимаете, проблема власти, не все что-то просят. А уж у первых лиц через различный доступ, наверное, просят очень много всего. Но он увидел, что здесь люди делают дело, и в силу неэффективности государственных механизмов это дело им делать не дают. И он принял решение, что за неделю были приняты все нормативные документы по выделению на юго-западе Москвы там, несколько десятков гектар, что вообще невозможно, невозможно по обычным, да, как бы, традициям деления земли. Потом там было много всего, но в итоге центр построили. К счастью, даже построили его немцы каким-то уме. Так что если бы строили отечественные строительные компании, как бы так мягко выразиться, строительные нормативы были бы соблюдены. Здесь бы не могли бы там лечиться. Нормально. Но строили немцы, к счастью.
Вот получилось. Меня тут строили за государственный счет или... И назвали центр имени Димы Рогачева, я правильно понимаю? Мы недостойны так, так строить, как нет. Это просто там это, кооператив озера был заявлен. Немножко неправильно понимаете, вы о реалиях, а не о славах, достойны и недостойны. Вы так вот рассказываете немцы, здесь в этой аудитории, что к счастью строили немцы. К счастью. Что понимает вопрос, немецкая фирма «Трансумет», специализированная на лечении онкобольниц, которая соблюдает все нормативы строительства. Потому что если в стены не заложить бетона, цемента, там будут грибки заводиться, дети будут умирать. А по нашей технологии? А наши могут не доложить. Да. А, да. А цемент своровать. Да. Если вы не знаете, я вам рассказываю. Разрешите вопрос. А назвали имени Димы Рогачева, да? Да, и центр назвали имени Димы Рогачева. А Дима вылечился в итоге? К сожалению, Дима, ну, у него ему делали пересадку костного мозга, пойдет в ремиссию, потом как бы, то, что если у него был рецидив, к сожалению, он умер. Ну, так, 2-3 года. Если вы слышите, что это точечное решение, да. Точечная проблема. Да, безусловно. Я говорю о том, что иногда на уровне страны или региона, а если вы сможете вовлечь в системную проблему руководителя, это может сработать. Вы говорите о взаимодействии, это иногда работает. Онкобольные дети, например, если они живут, грубо говоря, в Новосибирске, они не могут. Некоторые даже, чтобы перелететь в Москву, то есть надо везде это делать, но точечные проблемы, решение точное. Но это просто пример, который... Я вам прекрасно привожу исключительно примеры жизни, которые, безусловно, не являются правилом, но... Да? В данном случае, если вы понимаете, что у вас в регионе, в Крыму, есть некая системная проблема, которую вот вы долбитесь, но не можете ее решить. Смотрите, что вы писали такие центры, построили по регионам, тогда это решение проблемы. Ну, там есть несколько концепций решения проблемы, на самом деле. Их в регионах, кстати, сейчас тоже начали строить. Я, например, знаю, что люди из Крыма, дети из Крыма, они приезжают в этот центр, Рогачёва, там лечатся. Проходит лечение, подает ремиссию и уходит домой. Просто не могу, видите, Александр, дети просто не дотянут, не смогут туда перейти. А еще примерно 50% смертности детей от заболеваний онкогематологических, то есть рака крови, это поздняя диагностика. То есть на ранней стадии, на уровне педиатрической службы того места, где ребенок живет, заболевание было не выявлено, либо было не поставлено неправильный диагноз. И ребенок начал лечение слишком поздно, или ему начали лечить не то, и в итоге вылечить его даже в центре не удается. В итоге они просто собирали деньги и отправляли детей либо в Израиль, либо в Германию. Это вопрос даже не денег. То есть, понимаете, на самом деле работа НКО — это не вопрос денег, не вопрос грантов, это не вопрос там, субсидий. Это вопрос какого-то, может быть, личного таланта руководителя выстраивать какие-то в том числе отношения с властью. Позитивные, безусловно. Хорошо, давайте дальше. Выборы. Понятно, да, что накануне выборов власть больше обращается к общественникам. Иногда по закону обязаны, да, вот всякие публичные слушания по использованию земельных участков, когда там строится что-то, приглашают для обсуждения там, тех, кто проживает и так далее. Системный кризис. Кризис государства гораздо более активно слушает власть. Ой, не слушает некоммерческий сектор. Это попытка, безусловно, привлечь ресурсы. Да. А на выборы НКО, как они вообще зовут? Они то есть что-то обещают? Нет, не зовут на выборы. Просто накануне выборов власть более готова к диалогу с коммерческим сектором, чем после выборов. Но, грубо говоря, партии боят больше денег от выборов. Те же самые... Не про партии, не про партии. Я про тех, кто занимается социальной направленностью, понимаете? Мне вообще партийная тема практически неинтересна абсолютно. У меня практик, не важно, чтобы там... Люди не болели, старики себя комфортно чувствовали в интернатах, там, не знаю, там, инвалиды могли в колясках выехать на улицу, потому что есть пандус и так далее. Политический вопрос мне неинтересен. Необходима статистика. Безусловно, как бы, часто обращение власти никого, это бог и никуда. И заинтересованность в независимой экспертизе. Это вот тоже связано вот с этим, да? Ну, бывает и не бывает. Ну, например, недавно, в 2013 году, некоторые представители власти пытались принять закон о добровольчестве. Вот. И поскольку все-таки власть — это некое такое, знаете, вот такое, что одно, да? Это очень разные люди на очень разных уровнях, то с кем-то можно взаимодействовать, с кем-то нет. Я этим горжусь. Вложили свой план, чтобы закон заблокировать.
потому что он фактически убивал во многом волонтерство в России. Ну и потом на меня это выпустят. И, собственно говоря, что государство хочет от кого? Там очень простые вещи. Лояльность и условность, да? Что там, чтобы люди не выходили на улицы, хорошо, занимались там, какой-то позитивной деятельностью. Ресурсы? Да, безусловно. Ситуация, когда государство сокращает социальные расходы, одним из вариантов такого общих вещей, это когда волонтеры приходят в социальные учреждения и какую-то часть этих работать берут на себя. Иногда государство хочет, чтобы решение формально приняли представители гражданского общества, чтобы как бы не нести ответственность. И пока не сказать, ребята, вот все вы решили. Вот. И необходимые знания. Безусловно, государство их хочет. Потому что очень часто оно подсчетом понять ничего не может. То есть сидеть не есть, даже подсчетом все равно не годится. А не работает, машина этого не видит. Так. Смотрите, еще раз очень важный слайд, мне кажется. Вы понимали, если вы хотите взаимодействовать с государством, что есть некое не очень большое совпадение интересов представителей конкретных органов исполнительной власти или законодательной власти и той организации, которую вы представляете. Особенно если вы там, волонтерское движение, социальной направленности, всегда эта область есть. Важно просто таким образом построить диалог, чтобы чиновник понял, чтобы это свои какие-то, условно говоря, бонусы, которые получит его департамент или что-то. И вы понимали, почему он будет. Но есть еще один очень важный момент. По поводу, как взаимодействовать, поговорим немножко позже. А вот по поводу того, что может сменить НКО. Вот тут я хотел бы спросить вас. Зачем вообще существуют эти коммерческие организации? И что они могут изменить? Но некоторые некоммерческие организации существуют, то есть под их видом скрываются, можно сказать, иностранные политические организации, и может быть целью даже смена власти. Это плохой вариант. Это объект гражданского общества, который должен влиять на общество, и встраивать его структуру, и влиять на органы государственной власти, корректируя их и направляя. То есть первая корректировка государственной политики. Да. Еще. Мне кажется, определение более глобальных проблем и возможности их решения. А что значит более глобальных проблем? Допустим, общество может определять, да, что сейчас в данный момент важнее. Да, ремонт дорог, благодаря расстоянию какого-нибудь экологического центра. Анализируя это все, государству очень сложно уследить, что происходит. Очень много, да, каких-то жалоб, каких-то просьб. А общество может отслеживать, что первостепенно важно. Ну, то есть некое информационное обращение к государству, да, с четким формулированием. Может быть, это даже не обращение, а указывание на то, какие есть проблемы. Я вас понял, да, безусловно. То есть государство иногда полезно, чтобы мы показали, что есть проблемы. Да? Хорошо, еще. Помощь людям обходить бюрократические вот эти вот навалы, когда люди каждый приходит, каждый пишет, и потом они обращаются к НКО, а НКО уже знает, кому надо подойти, что он будет сделать. И обходит эти бюрократические завалы, просто проблема решает. Давайте назовем прямая помощь. Да. Да? То есть, грубо говоря, если у нас есть ребенок, ему вот завтра нужно получить лекарство, а процедура получения его через государственный бюрократический механизм занимает там 3 месяца, то понятно, что если там есть фонд, он его покупает и передает под лекарство, ребенок получит. Хорошо, давайте следующий слайд. Мне кажется, очень важно, чтобы эту мысль тоже понимали. Почему НКО, они, как правило, критически относятся к государству? Потому что НКОшники работают в тех областях, по тем проблемам или задачам, где государство накосячило. Он говорит, если бы государство работало идеально, то НКОшники занимались бы дискуссиями какими-нибудь абстрактными, да, но вот, если, поскольку государство работает не идеально, НКОшники обычно работают с тем, где власть недоработала, неправильно сделала, как-то устроена там неэффективно, или провалила что-то. Вот. Это очень важная вещь. Мы работаем сами, как и все, всегда вот здесь. Следующий слайд. А я теперь хочу вас послушать, как вам кажется, вот пришли вы чиновники
с нею свои проекты чего-нибудь, да? Как построить с ним диалог? Что-что? Есть два варианта. Да. Один вариант на его же языке в рамках законодательства, да. Сухо. Да. В принципе, этот вопрос решается позитивно, но, скажем так, нет его заинтересованности. Второй вариант – это более мягкий, с уговорами, с прибаутками и с вовлечением его, чтобы у него появилась вот эта вот эмоция, личная заинтересованность. Соответственно, позитивный ответ будет, и он будет более быстрый. Да. То есть первое – это юридический путь, да? Есть закон, его надо выполнять. Да. Он не выполняется, давайте что-то делать. А второе – это некое личное эмоциональное вовлечение, да? Хорошо, еще. Вообще не разговаривает. Вообще не разговаривает. Мы все-таки хотим разговаривать. Надо сделать так, чтобы он хотел разговаривать. Выгоду ему сказать. Он должен заинтересованно говорить со мной. Это совсем другой разговор. Для этого хотя бы надо к нему прийти, правда? Не надо, он придет. Он придет. Выборы будут. Качественно. Еще раз. Не купите. Я еще сказал, что нужно менять. Я вообще не говорю. Но это все-таки юридически, на том плане без вашего обращения не придет. Не надо, значит, это ничего не решит. Значит, он ничего не решит. Понимаете? Значит, и вы ничего не решите. Так, давайте хорошо, о юристичности, а не... Учтем. Путин пришел к Диме Торгачеву, чтобы правильно организовали вот, контакт, понимаете? А сколько таких учителей же не может каждый день ходить к разному Диме? А вот это другой вопрос. Скажи, коллеги, еще какие вещи важно понимать и учитывать при разговоре с представителем органов исполнительной власти? Заинтересованность, мотивация. Почему? Но мы с вами сказали, вот то, что вы написали, начиная от того, что мы им даем пиар, мы им даем выполнение их обязанностей, мы им даем возможность переложить на нас ответственность, разные вещи. Я думаю, что нужно аргументировать, почему именно я пришла с этой проблемой, да, и каким образом он может мне помочь. Аргументируйте, можете только нормами закона. Неисполнение ваших служебных обязанностей приведет к вам. Ну, вот я такая. Если мы ну, да. Прокуратура. А, ну да. Ага. Либо припугнуть вычисляющим органом, либо... А он такой пугливый. Это уже конфронтация пошла. Сейчас он не придем, а? Мне кажется, что есть разные чиновники, да, в зависимости от того, как ты будешь устраивать диалог, какая будет помощь. Хорошо. Еще, может быть, пару вещей докидайте, друзья. Что важно учитывать еще? Есть еще вот одна минимум вещь, очень важная тоже. Ну хорошо, давайте дальше. Следующий слайд. Ну, во-первых, с чиновником надо разговаривать, но разговаривать на его языке. И главное, чтобы он понимал, собственно говоря, что хорошего ему будет от этого. Не в плане там коррупционных вещей, а в плане его технических задач. Можно следующий слайд? Смотрите. Ой. Это вы помогаете вам, вы помогаете нам или как? Нет, сейчас я расскажу. Смотрите. Вот очень важная вещь. Я знаю массу НКО, которые занимаются десятилетиями затыканием дыр. Все они привлекают ресурсы на те задачи, которые должно делать государство. А государство, как вы думаете, что в этом случае делает? Развитие. А еще? Уменьшает. Сокращает финансирование задач. Ну то есть, если ресурсы со стороны притекают, а давайте мы еще урежем. А это же эти ребята, окей, молодцы, они там что-то собирают, еще соберут. Фонд «Подари жизнь», который я много лет волонтерил, руководил волонтерским проектом. Иногда, ну, раньше, сейчас это вроде меньше, но года два назад было несколько звонков. Министерство здравоохранения звонит в фонд и говорит, слушайте, у вас там есть вот ребеночек такой, а в регионе у него нет квот. Вы можете ему деньги собрать на лечение? К тому, что, даже понимаете, абсурдная ситуация. Государство просит фонд на его профильную деятельность министерства, а на ребеночек собрать. Это может как раз ситуация, когда чиновник повлекся эмоционально в судьбу ребенка, да, и говорит, ребята, вы там такие молодцы. Но в целом, конечно, это очень смешно. Примерно как олигарх, который просит там у нищего, слушай, можешь мне бензин оплатить мою эту машину? У них сдачи нет. Да, да, у них сдачи нет, типа, налей мне не нужно. А некоммерческие организации, весь сектор в целом, конечно же, не могут заткнуть все дыры. Не могут решить все социальные проблемы. И очень важно, чтобы мы с вами от этой задачи отходили в другую задачу. Безусловно, мы помогаем конкретным людям в конкретной ситуации. Это функция прямая, это функция первого сектора. Но это не значит, что мы должны помочь всем людям. Если есть 1000 бездомных, мы помогли из них 10, восстановить документы, пройти психологическую реабилитацию. Но 990 это не наша ответственность. Понимаете?
наша попытка им помочь, она окончится, ну как бы, чем? Появится следующая тысяча, что там тысяча. А государство в этой области, соответственно, так не будет ничего делать. Очень важная вещь, о которой вы тоже говорили, про то, что некоммерческий сектор очень хорошо может обратить внимание государства, конкретного там министерства, ведется на конкретную проблему. В Москве, кстати, есть такой проект, называется «Активный гражданин». Когда люди, идет человек, видит там куча мусора, он раз, телефона, кинул сообщение на сайт, и приступил в течение там одного дня обязан отреагировать, в течение трех дней устранить. Хорошо, вот это вот очень важная вещь. Значит, государство часто, конкретный департамент, он имеет искаженную картинку. У него есть информация из отчетов подчиненных организаций, в реальности происходит, скажем так, несколько другое. Замыливание глаз получается. Подсчетом все хорошо. Ну, подсчетом все хорошо, в реальности другое. Ну, можно сказать, разные, а вот у нас вот так вот. Давайте дальше. Смотрите, есть еще такая функция, в основном это связано с работой с подростками, да? И с работой, кстати, с пожилыми людьми. Вот невостребованность этих категорий в обычной жизни, она порождает очень негативный социальный процесс. Ну, про подростковую преступность вы понимаете, да? Она, кстати, хорошо очень решается подкинными секциями. Вот есть такой человек Сан Саныч Карелин, известный в старшем поколении, наверное, молодежи, борец наш знаменитый. Вот он там стал депутатом Госдумы и в своем родном городе создал сеть, ну, используя, безусловно, эти связи, сеть спортивных школ для трудных подростков. Он оттягивает их с улицы, как бы, да, и, называется, социализирует. А для пожилых людей, например, может быть проект получения их волонтерства. Мы это делаем, я про это сейчас расскажу. Ну и безусловно, вот это вот вещь очень важная, понимаете? Я за эволюционный путь и совершенствование и общества, и власти, и нашей жизни. Одна из функций НКО, нашей с вами социальной активности, это повысить эффективность взаимодействия. А повышение эффективности взаимодействия это что? Нет мусора, нет ям, нет бродячих животных, или они содержатся в питомниках. Там бездомные дети не бегают по улицам, а устраиваются в травматные семьи и так далее. Следующий слайд, и скоро он будет говорить. Да. Смотрите, по поводу социального роста. Еще позже надо потом. Смотрите, значит, НКО не могут решить социальные проблемы. Но они могут обратить внимание общества, государства на эту проблему, дать объективные сведения и предложить пути ее решения. Следующий слайд. Смотрите. Вот Лена Ольшанская из фонда как раз «Волонтеры в поведении сиротов» давно и уже с успехом бьется на решение проблемы социального сиротства. А можно свет, что я вам немножко рассказал, чтобы эта тема важна. Кто помогает детям-сиротам? Вы, да, вы? Смотрите, как это устроено? Значит, в России есть система социальных учреждений для детей-сирот. И тех, которые потеряли родителей, ну, правда, их там процентов 10 максимум, а 90% это социальные сиротства, то есть люди при живых родственниках, дети, так или иначе попавшие в детские дома. Вот по статистике 800-миллион человек, детей в этой системе находятся. Каждый год из этой системы примерно 100 тысяч детей, исполняется 18 лет, они из нее выходят. Понятно, да? И каждый год примерно 100 тысяч детей из нее доходят. Есть некая позитивная динамика, но она, скажем так, системная ситуация не меняет. Здесь есть учреждения, есть штат этих учреждений, есть директора этих учреждений, они учреждения могут быть разные, и так далее, и так далее. А здесь бегают волонтеры. Что вы делаете там в учреждениях? Все. Мастер-классы, помощь. Еще. Ресурсы, да что еще? Что еще делать? Общение с детьми. Общение. Организация досуга. Досуг. Спортивные мероприятия. Мероприятия. Молодцы. Да все равно каждый год у меня выходит. А как вы думаете, вы, наверное, знаете, вот эти 100 тысяч детей, которые выходят, что с ними получается дальше? Тишина, никто не знает, тайна покрыта обратно. Что
Они поступают в заведения, которые они обязаны поступить, потому что у них нет выбора. Да. А некая часть возвращается, например, в центр матери ребенка уже придут. Статистики нет, объективной, собранной, но примерно она такая, чтобы вы понимали. 10% успешно социализируется. Где-то процентов 30 идут в уличную преступность и в тюрьму. Ну, условно тюрьма, да? Или социально неблагополучно. И где-то процентов 60 социально неблагополучно. Алкоголь, наркотики, беременность без мужа. Там кто-то говорил, не помню, из наших тоже, которые темой занимаются, что в течение полгода беременеет 80% высших интернат девушек. 18-летние их выпустили. Некоторые уже и там как бы это самое. А вот тех, которых выпустили, они же, понимаете, у них нет опыта жизни в семье, примера позитивного взрослого, понимания, что хорошо, что плохо. И внимание самых простых элементарных вещей. Нет. Ничего у нас не дают. Должны не дают. Ничего. Это не вопрос жизни. Это вопрос того, что человек вырос в такой системе, в которой ему не сложили социальные когнитивные навыки. Он вышел на 18 лет, но еще ничего не обучился. Ничего. И это должно быть. Я потом могу даже про это рассказать. Часть детей выходит с хорошими деньгами, которые они еще будут тратить. Часть получают комнаты, если у них не было прописки до этого. Некоторые из них их продают, некоторых мошенники у них забирают. Некоторые сбиваются, создают, например, мини-детского дома в этой комнате, остальные сдают и финансово это делают. Но смотрите, друзья мои, вот эта система порождает вот этот результат. И сколько бы, дорогие волонтеры, вы здесь не бегали, что бы вы ни делали, вы же не отследите судьбу. Максимум вы 100 человек отследите. Если вы все прям нарветесь, создадите систему, там, выучите 1000 волонтеров. А надо сделать это так. Угу. Во всем мире это сделано давно уже. Кем? А что сопротивляется? Нет, государство это сделало. Общественники доказали государству, и оно, что есть это. Да. То есть общественники привели к тому, что государство приняло правильное решение. На прошлом слайде было написано, мы не решаем социальные проблемы. Да. Мы не решаем социальные дыр. Мы давно государство решаем. Государство решает проблему. Понимаете? Государство в данном формате, это институт, который мы создали, мы финансируем, и мы должны говорить, что делать. Если мы экспертно свою точку зрения обосновываем, государство в лице меняемых людей это делает. Кстати, в Москве сейчас идет эта тенденция, вот департамент соцзащиты, он абсолютно меняемый там министр, там Владимир Штакович Петросян и у него персонал меняем, они ведут сейчас изменение форматов, то есть они ликвидируют детские дома, часть детей устраивают семьи, и это тоже очень сложный процесс, безусловно. И на базе этих старых учителей создают и центр сопровождения этих приемных семей, центр социальной адаптации, центр психологической работы, центр дневного пребывания и так далее, и так далее. Понимаете, в Америке в 70-х годах были огромные детские дома, где тысячи детей жили. Это гетто, понимаете, забором отнесли. Что нам внутри вообще никого не было. Главное, что нет. Потом общество поняло, что эти люди выходят, и у них была огромная преступность совершенно конечно. И потому что первое, ну, человек не умеет распределяться ресурсами, даже если они были, он их теряет очень быстро. Куда он идет? Понятно, да? И вот Лена Айшанская с группой товарищей, она вот это делает сейчас. Реально. Конечно. А здесь же люди, здесь же сидят. Руководитель. Тетенька директор, она 40 лет работает в этом интернате, там, для детей, в школе-интернате, там, 6-м году. Она лучше всех все знает. У нее есть коллектив, ее единомышленник. Она получает финансирование подушевое, заметьте. Чем больше, тем лучше. И чем больше, намного больше, чем дома в семейном. Конечно. Скажите, да, пока вы в этом контексте. Понятно, что надо их ликвидировать, необходимо детей отправлять в семьи, это надо популяризировать. Так вот, как в Москве, да, или на материке, скажем так, стоит вопрос именно с
пропагандой. Нам детей запрещают в детских домах даже фотографировать. Мы не говорим о том, чтобы снять ролик. То есть по российским каналам ролики идут с усыновлением детей, а у нас в Крыму не разрешают этого делать. Они нарушают законодательство. Ну, как оно у вас работает, это? С ними нам можно здесь бороться, договариваться? Или это также какое-то лоббирование одного человека и заинтересованность? Смотрите, это на самом деле директор детского дома имеет полное право не дать вам фотографировать детей. Значит, это вопрос очень долгой, сложной работы и с ним, и с его руководством, в том числе со ссылкой и опорой на государственные акты более высокого уровня, чтобы обосновать перед ним, доказать ему и его руководству необходимость изменения системы работы. Понимаете, и в данном смысле поодиночке вы делать это почти никак не можете. Вам нужно объединяться, готовить аналитику, цифры, мониторы, привлекать там, не знаю, членов общественной палаты, ваших местных там, депутатов, каких-то обвиняемых и так далее. Но это должна быть системная работа. Это нужно готовить, понимаете? Изменение системы работы нужно готовить. Готовить серьезно. Просто обращениями давайте не поможет. То есть по закону они имеют право запрещать? Конечно. У них есть свои внутренние базы для самых детей, которые они хотят передать в семьи. И, кстати, теперь я не знаю, как в Крыму, но в России точно есть план по усыновлению детей, то есть они обязаны помогать детям уходить в семьи и усыновление в патронатные семьи, и вы на это можете ссылаться. Просто вам нужно забраться на материнную базе, пообщаться с той Леной Алешановской, я вам дам все контакты, она будет очень рада. Вот. Ну, давайте мы на эту тему останемся попозже, чтобы сейчас время прерывать на это. Но вы понимаете, да? Вот такой, таких ситуаций море, везде просто. Ну, на ИСУ есть ФСКН, да, которая там стал такой порядок выделения наркотических этих обезболивающих препаратов, что получить почти невозможно. Хотя, собственно говоря, наркоманы прекрасно добывают все, что им нужно, а он как бы они не могут получить обезболивание. И такие ситуации можно там пару сотен представить. А, вот, то есть, что можно? Из прямой помощи вот то, что вы делаете, хотя оно вот и получилось, надо идти к тому, что профилактика отказов, модель замещающих семей, сформированных учреждений, и тогда функции волонтера вообще будут другие. Ну, не перестать в детском доме, как бы, да. Вы понимаете, что профилактика отказов, это, то есть какой-то чиновник выдадут тоже какой-то определенный список и скажет, мне нельзя, чтобы там было больше тысячи, например, да? И он будет просто людей отсылать. Все, если вы на законе основаны исследования, если вы еще знаете планы. Если чиновник меняемый, и вы, собственно говоря, не заставляете его делать ничего незаконного, то можно договориться, чтобы спасти своего человека. Либо с его руководителем. Либо понять общественное. Ну, давайте дальше. Это вот просто я вам привожу пример, ну как бы есть там поручение президента, да, вы, наверное, тоже читали, поручение, как, значит, помогать там, развивать материнство и детство. И, собственно говоря, задача НКО, чтобы чиновники, пока не могли формально отмахнуться, это строится в логику, изложенную в этих поручениях. В данном случае, например, если там стоит задача совершенствовать систему социальных услуг, он может взять общественный контроль. И любому человеку говорит, а мы выполняем поручение президента. Пусть скажет, что вы не правы. Да? По крайней мере, он вас не отошлет. Если там есть работа там, по формированию семейно-ориентированной стратегии, вы проводите мероприятия по там, поддержке семьи. Это же, понимаете, я ни в коем случае не говорю, что чиновники это такие злыдни, которые вот сидят, только не работают. Нет, это обычные люди, но у них своя система работы, а у вас своя.